Баринову, заходите. Ну, здорово. Я как узнал, что тебя посадили, сразу приехал. Леха, ты что тут делаешь? Блин, мы с тобой не виделись лет 10. А помнишь, как ты в школе меня гнобил? А в универе? А на работе меня подсидел, помнишь? Ты что, да это когда было? Да я забыл уже. А я нет. Значит так, слушаем все меня внимательно. Если хоть один волосок с головы моего парня упадет, я вам всем устрою а-та-та, понятно? Удачи, Баринов.